Всем здорово, канал ЛТ4, ребят. Сегодня очередной обзор мода у нас под названием Мармон 50P Стандап 1987 года. Давайте посмотрим, что это за Мармон. Очень интересный такой американский автомобиль. Мы его посмотрим, что он состоит. Состоит он из нескольких кабин. Спальник вот такого стандартного, без спальника, либо сразу так. Давайте так. По шасси 604, по двигателям у него куменцы, кэтовские, и есть кэтовские куменцы. В основном куменцы и кэты, кэтерпиллеры еще идут. То есть на цвет и вкус ваш, пожалуйста, выбирайте. Пустый, стандартный, сразу это обзор. По передачам, по трансмиссии 15-15-15, 13-13-13, 18-13 ретардером есть. Так, 18 ретардером, 13 ретардером. То есть 10 даже, 10 даже с ретардером есть. По интерьеру, очень такой интересный интерьер, реально очень круто. Здесь несколько интерьеров есть, меняется сама поверхность вот такая. Ну все качественно, здесь нечего говорить, здесь очень все качественно сделано. Нету, собственно, скинов, но также есть пользовательский цвет, то есть на цвет и вкус и металлик. Выбирайте сами. По аксессуарам у него несколько аксессуаров есть. Дополнительные зеркала. Здесь у нас бампера и так далее. Тоже, вот, пожалуйста. Даже кенгурятник есть. То есть на цвет и вкус у вас, пожалуйста. Допустим, по принципу стоит. Здесь дополнительность зеркала. Здесь что можем поставить? Тоже освещение различное, да? Вот это. Различное освещение. Это что, дополнительное что-то вот идет. Ресепка, так понял, да? Да что это? Да. Пусть сепка будет. Интересно. Все. Все. Также козырек меняется. В принципе, здесь, как бы сказать, немного, но в принципе нормально. Что внутри? Внутри мы можем добавить, что различные рули, которые идут и уже и есть собственные. Такое на все. Также. Понятно, то есть. Что-то не прописывается вот здесь. То есть, может быть, какую-то фигнюшку можно было добавить, да. Дополнительное зеркало. Тоже дополнительное зеркало. Я понял. Если она не... GPS мы, кстати, к сожалению, не можем ставить, почему-то нету его. Я надеюсь, что вот это не анимировано, это когда мы заводим. Хотя мы... вот GPS, все. Все, есть. Это козырек. Все, принимаем. Слушайте, это первое впечатление, мне нравится. Очень нравится. Давайте здесь. Посмотрим, как раз проедемся, анимация, все дела. И будет чики-бамболи. Давайте. Сегодня. Посмотрим, что за мод. Все-таки интересно. Надеюсь, что хороший. Мармон, но я не слышал, в принципе, я по американцам как-то не сильно, да и по европейским. Там так чуть-чуть. То есть очень интересно. Это что? Что ты делаешь?
Блин. Знаете, почему он крутится? Потому что у меня руль подключен. Нахуй, я забыл, не подсоединил, ну ладно. Ну-ка, подождите. Во-первых, сразу проверяем. Вот, заводка есть. Вот, еще раз. Заводка есть, анимация есть, время 37 градусов, даже время все правильно показывает, GPS работает, поворотники. Есть он, есть, отлично. Звуковой сигнал есть, дворники анимации есть, увижу. Три анимации есть, стекла есть, работают. Ну, также что у нас еще, что мы можем проверить? Есть, отлично. О, да, прикольно светится, очень симпатично. Так, все, поехали. Проедемся, так сказать, сначала послушаем. Слушайте, блин, вот такой должен мода быть, должны мода быть при легковых автомобилях. Я в плане того, по анимациям, по всему этому. То есть я с открыванием стекол, по анимации заводки, а не как. Допустим, сегодня на Евротрак Симулятор 2, который я снимал, к сожалению, Z2, да, по-моему, Citroen, то есть не сильно вдохновил у меня, и, к сожалению, чуть-чуть, так сказать, ну, то есть вы слышали мое мнение о том, что он реально не очень хороший был качественный мод. Вот, вот этот, блин, данному автору просто красава, молодец. Я надеюсь, что он не против, что я его сделал обзор, да, все-таки интересно было. Если кто-то будет против, пожалуйста, пиши мне, я, если ты, так сказать, сразу не кидайте, да, страйк там, что у тебя якобы авторские права. Если что-то тебе не нравится, просто напиши мне, что не мог бы ты удалить его, как бы, чтобы я не... Я, пожалуйста, удалю без всяких причин, потому что мне бывало, что автобус, который я удалил, мне просто человек написал, да, на автор, возможно, что не мог бы ты его удалить. Я удалил, и без всяких проблем, пожалуйста, все. А не надо сразу как, не буду кое-как говорить, потому что я знаю, что под Евротрак Симулятор 2 вышел обновленный мод 1.38 F90 MAN. Я знаю, что он есть, я не хочу его обозреть, потому что я опять не хочу второй, так сказать, страйк. Да, и тем более. Поэтому без этого мана, поэтому я не хочу, не буду говорить никого, кто это, и просто забыл. Данный мод, что я могу сказать, данный мод, ну, это 10, это какая 10, это вообще прям супер просто, это бомбический мод, это реально очень бомбический мод. Такой бомбический мод я не видел никогда. Почему так сложно так делать? Ну здесь сомнений нет. Я решу бы еще с анимацией. Бомбический мод. Реально бомбический. Очень бомбический. Я очень сильно советую. Вот
тебе говорю, что если есть где автобус классный, автобус. Если есть где данный мод хороший, то я говорю, что данный мод отличный, хороший и так далее. А если тебе говорю, что он как будто полное говно, то есть надо задуматься о том, чтобы обзоры были, кто делает обзоры, были впечатления хорошие. Допустим, про этот данный мод у меня впечатление отличное. Я хочу есть кататься и кататься на нем. Просто реально кататься, кататься. Потому что анимация везде есть. Все есть. И заводка, и, пожалуйста, лучше. Все. Вот такой должен данный мод быть. И все. Поэтому такой модик получился, ребят. Спасибо, что были сейчас со мной на обзоре. Мысленно, но были. Поэтому с вами канал 24. Всем пока, всем удачи. И до следующего обзора. Будем смотреть, какие новые обзоры выйдут. Соответственно, мы сразу, конечно, будем, я буду обозревать. Ладно, всем пока. Удачи, удачи. А, кстати, подожди. А почему один человек не может добить, я не пойму. Вот, блин, ну один человек, ну пожалуйста, добейте. Вот, блин, ну уже 19, ну добейте 20. Прикиньте, 20-ка. Это ж, блин, для кого-то будет, да, для меня мало, но для меня начинающий это отлично. Один добивайте. Пока-пока. Один. И пока.